Атлантический морж под защитой ученых. Сотрудники заповедника Ненецкий вышли в Баренцево море для наблюдения за краснокнижным животным. Территория заповедника Ненецкий включает в себя острова в Баренцевом море, куда ежегодно приплывает атлантический морж. Долгий, Матвеев, Галис, Большой и Малый Зеленцы. Стая млекопитающих насчитывает до 120 особей. Сотрудники заповедника и Совета по морским млекопитающим фиксируют численность животных, их поведение, сроки миграции. Ведутся у нас так называемый документ заповедника «Летопись природы», который мы ежегодно сдаем. В эту летопись природы проходят все наши наблюдения за животным, растительным миром и другими природными явлениями. Эти данные будут интересны и для мировых сообществ, поскольку животное внесено в Международную Красную книгу. На сегодняшний день популяция моржей нестабильна. Совет по морским млекопитающим признал этот вид самым уязвимым к нефтегазовому загрязнению природы.